И в завершении выпуска о спорте. Челнинские хоккеисты провели первые выездные игры в высшей хоккейной лиге. Дебют состоялся в Барнауле, где сегодня прошел уже второй матч с местным Алтаем. Первый накануне закончился победой хозяев со счетом 4-2. Но и сегодня отыграться челнинцы не смогли, даже пропустили на шайбу больше. Итог встречи 2-5. Таким образом, в третьем туре они продолжают безвыигрышную серию. С активом в 0 очков после 6 матчей желто-синие отправляются в Смоленск, где на своем льду их примет Славутич.